Луковица тюльпана Белицея – удивительное чудо современной селекции с так называемым двойным эффектом. Он заключается в том, что, во-первых, этот сорт многоцветковый, а во-вторых, отличается тем, что лепестки очень волнистые, что делает соцветия пышными, почти махровыми. К этим качествам нельзя не добавить и то, что на одном цветоносе может появляться от 3 до 11 бутонов одновременно. А нежная окраска цветков поражает воображение. Основным оттенком выступает кремовый, а края лепестков украшает очаровательная ярко-розовая окантовка со штрихами. Такие цветы будут не менее прекрасно смотреться и в срезанном виде. Тюльпан Белицея – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан Белицея можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан Белицея в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан Белицея – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.